Друзья, всем привет! И прямо сейчас вы увидите свеженькую серию дневника BMW 5 в кузове F10. Напоминаю, этот автомобиль я купил 2 месяца назад. За эти 2 месяца я проехал на автомобиле около 2000 километров. С одной стороны, это очень мало, но с другой стороны, это мой хитрый расчет. В этом ролике я вам объясню почему. Сейчас на машине пробег примерно 38,5 тысяч километров. Она еще на гарантии. Я покатался, я пощупал. И в этом видеоролике я с вами хочу поделиться своими первыми наблюдениями. Плюс ко всему, ответить на ряд вопросов, которые вы написали в инстаграме нашего канала. Я делаю публикации, вы задаете вопросы, я на них вживую отвечаю. В общем, я знаю, что вы не любите, когда я размазываю кашу по тарелке. Поэтому сейчас будет коротенькая, но полезная реклама. После этого мы продолжим. Поехали! В январе 2019 года мы с женой летали отдыхать в Турцию, откуда я снимал репортаж и выкладывал на наш канал. Тогда были люди, которые мне написали: «Ты рекламируешь Турцию». Там похвалил, тут похвалил, мало минусов назвал, хотя мы летали отдыхать. Так вот, на YouTube есть канал, который называется «Честный канал». Автор его Дмитрий Симонов, он снимает вместе со своей прекрасной женой Светланой. Чем они занимаются? Люди уже взрослые, путешествуют, приезжают и делают объективные обзоры на отели. То есть показывают его все плюсы, все минусы, делают прям разборку по отелю полную. Так, например, вы заходите почитать отзывы, одни: «Ой, очень хорошо», либо «Очень плохо». Вот, люди приезжают, инспектируют, все выкладывают. При этом канал их используется как блог. Соответственно, там могут выходить различные тематики. Вы можете зайти, посмотреть, дать свой совет. Люди снимут на него видеосюжет. Ребят, обязательно переходите по ссылке в описании, подпишитесь, посмотрите последние 3-5 роликов, полистайте, дайте людям совет. Ну, понимаете, когда ты хочешь чем-то заниматься, очень важна поддержка. Поэтому ваш позитивный, объективный, конструктивный комментарий всегда им поможет. А всем тем, кто собирается куда-то отправиться в путешествие, например, в Турцию, в Тунис, их канал принесет только пользу, потому что, зайдя на него, вы можете вбить название отеля, куда вы хотите поехать. Если ребята там уже были, они вам дадут полезную информацию. В общем, все ссылки на честный канал остаются в описании. Рекомендую смело, переходите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И первое, с чего мы начнем, это мотор. Напомню, что под капотом у меня скрывается 2-литровый мотор на 184 лошадиные силы, турбовый. Все в этот мотор знаете, он работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач. И что я здесь хочу сказать, друзья, когда я покупал автомобиль, когда я его купил, многие написали: «Чё ты купил? Пакет сока, зачем это нужно? Самый плохой мотор, нужно было брать 530-ю дизельную». Так вот, я с вами хочу поделиться отзывом. Я живу в Москве и Московской области. Для того, чтобы передвигаться по городу, вот этого мотора хватает мне вот так с головой. Паспортный разгон здесь 7,9 секунд до первой сотни. С 2000 оборотов попер. Оп. Слушай, ну вот когда отпускаешь прям педаль, вжимает так маленько, да? Чувствуется, нет? Да, да. Ну действительно, то есть... ускорение реально ощущается. Я вам скажу так, что на низах тачка ну реально очень хорошо едет, то есть достойно. Я не напрягаюсь. Едешь со светофорчика, притопил, поехал. Там с 20-40 подхват всегда хороший. Мы сейчас с вами едем, давайте вот 60 километров. Предположим, что нам нужно ускориться путем нажатия педали газа в пол. То есть секундная задержка там. Ну и все, побежала машинка. 2 литра, то есть никаких там драйвовых ощущений, естественно, ожидать не нужно. При этом гонять свыше 60-80 в городе нет никакого смысла, потому что постоянно прилетают штрафы. Кто из вас готов, кто из вас хочет кататься, и чтобы в месяц, там, я не знаю, там 20-30 прилетало штрафов? Вот участок дороги, каждые 3 километра висят вот такие скворечники, которые вас будут штрафовать с превышением свыше 130 километров. Поэтому 110... Друзья, 120, хотя дорога позволяет ехать больше. Расход топлива на этом моторе в городе, вот чисто город Москва с пробками, у меня получается 10-11 литров. Трасса в смешанном режиме, когда ты 100 километров, вот выехал из города, проехался, у меня получилось примерно 7,5 литров. Если поехать там на дальнее расстояние, я думаю, здесь ну реально там сделать литров 6, при условии того, что вы едете 110-130, кондиционер у вас работает, тут там пассажиры сидят. В общем, не так, что вы едете в режиме эконом там для того, чтобы добиться самых низких цифр. Если брать смешанный расход, ну, я думаю, вот будет в районе 9 литров. Напоминаю, что сегодня литр бензина стоит примерно 50 рублей. Соответственно, проехать 100 км по городу эта машинка съест только на топливе 500 рублей. Почему я стал меньше ездить? Да потому что мы берем на длительный тест-драйв автомобили.
мы берем другие машины, снимаем. Я по городу чаще передвигаюсь на самокате, потому что пробки бешеные, иной раз лучше вот пока тепло еще покататься на самокате. Пока что езжу, пока что никаких нареканий нет. Вот честное слово, с учетом того, что повсюду камеры, у меня мыслей о чипе бывает только ночью, когда там есть возможность разогнаться. Вот чисто городская тачка, вот я хочу на ней вальнуть, я хочу разогнаться, но нет такой возможности. Почти час ночи, народу вообще полно, блин. В общем, здесь нужно подводить итог. Автомобиль действительно комфортен для города. Вот именно, когда ты передвигаешься за рулем, неспешно, комфортно на машине ездить по трассе, на дальние расстояния, разгоняться на большой скорости, на хороших участках дороги. Ты действительно получаешь удовольствие. Ну, объективности ради, конечно, если бы у нас не было вот этого транспортного налога, если бы было бы меньше камер, если бы вообще я жил бы в городе, где есть возможность хоть как-то разогнаться, даже не сломя голову там за 200, а так вот тоже хотя бы там можно было там с 0 до 100 разгоняться, не нарушая там условно безопасность дорожного движения, там прямой участок, я бы хотел бы автомобиль помощнее. Но в целом вот для моих нужд он подходит с головой. Здесь вот так вот можно делать. Отдельного разговора заслуживают здесь колеса. Это мой первый немецкий автомобиль. Это впервые автомобиль, который я купил с разно-широкой резиной. Спереди у меня стоит резина 245, сзади у меня резина стоит 275. И с одной стороны, когда я смотрел, знаете, вот сзади так подсаживался, думал, блин, ну эффектно смотрится. Для чего это делать? Ну, для того, чтобы придать там агрессивного внешнего вида, для того, чтобы автомобиль увереннее стартовал. Все-таки М-пакет, как бы там закос под спорт. Но при этом, друзья, в реальности это такое просто ужас, самый натуральный. Вот я не знаю, по картинке будет вам заметно или нет, что здесь присутствует колея, но она очень легкая. Соответственно, когда я перемещаюсь в другую сторону, меня как бы выбалтывает, ну, знаете, но это совсем прям чуть-чуть так. Я уже к этому даже привык, я, можно сказать, этого не ощущаю. Но когда я передвигался по МКАДу и прям была реально очень большая колея, меня из нее вот реально просто вышвыривало. Я очень пожалел, что в тот момент у меня с собой не было камеры, чтобы вам показать. Происходит примерно так. Ты едешь, хочешь чуть перестроиться, и ты когда в колею попадаешь, из нее реально выбрасывает. Я раньше этого не понимал, потому что когда мы тестировали даже машину, катались там по МКАДу, в такую сильную колею я не попадал. Что будет, если ты попадешь туда зимой, когда там наледь, я не знаю, ты там едешь на шипованной, не шипованной резине, да это можно просто-напросто обосраться, серьезно. Дискомфорт просто жуткий. Изначально, когда я ее купил, я даже подумал вот на эти же диски купить там также разноширокую резину, только зимнюю. Сейчас я этого точно делать не хочу. Я куплю однозначно отдельный набор колес 18-х с зимней резиной, чтобы все было ровненько одинаково. Потому что это, ну серьезно, это просто ужас какой-то. Резина Runflat однозначно следующим летом прям 100% покупаю себе летнюю резину. Хотел это сделать в этом году, но сами понимаете, сейчас пока присматриваюсь к машине, щупаю, вообще буду я на ней дальше ездить, не буду, все покажет зима. Но однозначно резину буду менять, потому что к шумоизоляции в целом по автомобилю вопросов реально ноль. Даже мысли нету, и как-то дорабатывать. Садишься, окна закрываешь, тихо в машине. Переживать за проколы, я вообще не понимаю людей, кто живет в Москве, там в Московской области, переживать, что если проколол. Ты не то, что если проколешь, ты если порвешь там колесо, я за 10 лет и 350 тысяч километров пробега ни разу не рвал резину. Да, попадали там саморезы, бывало, ну и что? Доедешь до ближайшего там СТО, отремонтируешь колесо, все. Поэтому какого там переживания за резину у меня нету. Но факт вам отмечаю, когда вы будете покупать, если вы думаете, что о, разный широкий, надо брать, блин, парни, честное слово, не советую. Очень частый вопрос касается тонировки. Как ты так ездишь? Это же незаконно. Почему ты затонировался? Это же неправильно, нельзя, это небезопасно. Друзья, давайте я кратенько на этот вопрос отвечу. Смотрите, в первую очередь, я за этих депутатов не голосовал, я не голосовал за этот закон. Я не понимаю, почему так у нас в стране происходит, что можно было ездить тонированным, потом вдруг сказали то, что это небезопасно, там террорист якобы тебя не увидит, то, что ты с автоматом едешь, либо пиво пьешь. Но, на мой взгляд, это вообще звучит как бред. При этом, я вам скажу такой момент. У меня есть сосед, который работает в Следственном комитете. За ним каждое утро приезжает машина служебная с мигалками, оклеенная Следственным комитетом. И она затонирована. По Москве катаются автомобили с номерами АМР с мигалками. Я очень часто встречаю их затонированными. Я встречаю депутатов, которые выходят из Государственной Думы, садятся, видимо, в свои личные автомобили, и они затонированы. И при этом ничего не происходит. Почему одним можно тонироваться, другим нельзя? Поймите правильно. Я не террорист, я готов был бы встать на специальный учет, чтобы пришел там оплатить даже госпошлину какую-то, чтобы мне можно было спокойно кататься с тонировкой. Для чего я это сделал? Очень комфортно. Во-первых, мне нравится само сочетание автомобиля белый с черным.
Я это сделал в первую очередь для сталинга раз. Во вторую очередь, когда вы едете в такую солнечную погоду, вы не представляете, с каким кайфом вы передвигаетесь на тачке, те, кто ни разу не ездил тонированным. Садишься, комфортно, уютно, защита салона от выгорания. Вот тот же самый руль, знаешь, иной раз поставишь на солнце, приходишь, садишься, чувствуешь, он как будто как масляный становится. У меня такого уже давным-давно не было, спасает тонировка. При этом шторки, которые я вам рекламировал, покажи им, пожалуйста, что крепления остались, то есть у меня... С передних стекол я снял, а задние стекла, они на них так же шторки сейчас и стоят. Я это оставил как план X, там план B, для того, чтобы если меня растонируют, а меня должны когда-то будут растонировать, придется шторки ставить. Но в любом случае, сейчас я езжу, получаю удовольствие, когда вижу гаишников, естественно, стараюсь прятаться влево-вправо. Говорить о внешнем виде этого автомобиля можно бесконечно. И несмотря на то, что он уже, по сути, старенький, уже появилась новая версия, M-пакет для меня был решающий. Я видел машину F10 белую, точно такую же, комплектация бизнес без M. Блин, ну смотришь, что как-то уныло. Что такое M-пакет? Просто накладки спортивные. Бампер поинтереснее, более задиристый. Диски другого рисунка, ну по-другому уже машина сразу смотрится. Мне очень понравилось это сочетание. Белый автомобиль с черными вставками. То есть я вставил себе черные ноздри, затонировал автомобиль. Сделал я это для сталинга, но мне так нравится. Поймите правильно. Мне 29 лет, я женат, я ни перед кем не хочу выпендриваться. Я делаю так, чтобы когда я уходил и закрывал автомобиль, смотрел на него и получал от этого удовольствие. Все. Когда вы покупаете 520-ю BMW, в базе у вас будет идти маленький такой дисплейчик. Вот если ручкой прикрыть, он будет у вас примерно вот так выглядеть. Покупая автомобиль, здесь уже стояло многофункциональное устройство на Android. Первый владелец занимается продажей этих устройств. Это не просто интернет-магазин, они контролируют весь процесс производства. Друзья, я вам это говорю не для красного словца. Вот, пожалуйста, она стоит, я ей пользовался, я знаю, в чем отличие. Так, например, даже в видимых частях, когда вы покупаете нечто подобное с интернета, там, с AliExpress, вот это вот у вас все будет гораздо более дешевого качества. Это будет самый-самый дешевый пластик. Здесь же идет алюминий. Когда вы покупаете и ставите это устройство, очень много вопросов относится к прошивке. Так вот, они эту часть дорисовывают самостоятельно уже в России. Вот смотрите, часть одна идет у нас оригинальная, вторая часть, она дорисована, где показывают основные функции. Постоянно идут обновления. Здесь что мы видим? Расход топлива, то есть информация об автомобиле. Также у меня есть камера. Пожалуйста, у вас работает полноценный навигатор. У меня здесь есть YouTube. У меня все уже давным-давно настроено. В принципе, все работает относительно быстро. То есть, когда происходит загрузка, там чуть-чуть она, может быть, подтормаживает, но в дальнейшем, когда ты выставляешь там маршрут, едешь с пробками, с голосом, все она тебе будет показывать. Вот, пожалуйста, дорисовано. Музыку можно подключать, браузер, то есть полноценный браузер. Ты зайдешь, будешь пользоваться там интернетом, лази, пожалуйста, пиши все, что хочешь найти, вон тебе поисковая строка. Больше всего, что мне здесь нравится, это, конечно же, раздел видео. Все почему? Потому что это полноценный YouTube, друзья. Как это все происходит? Вот мой телефон, он сейчас раздает точку доступа, пожалуйста, Wi-Fi. Я зашел в свой аккаунт, могу там лазить, смотреть ролики. Я, конечно же, оставлю ссылку на магазин Сергея. Зайдите, посмотрите, потому что многофункциональные устройства вот эти, они продают на любые автомобили. Важно понимать, что да, конечно, вы в Китае можете найти там дешевле, но там совсем другое оборудование, вы поймите правильно. Здесь прошивка уже прописана, настроена. Вот это вот все прорисовывают они. Более того, когда вы ее получите, на ваш автомобиль она 100% встанет. Потому что есть случаи, когда люди заказывают с Китая, начинают устанавливать, потом то провода не хватает, то непонятно чего, куда вставлять. Здесь же все будет гораздо проще. Тем, кто находится в Москве, вообще красота. Вы можете приехать к ним, они за вас все сами установят. Также есть точки по России в некоторых городах, где также есть установка. И также не забывай то, что это полноценный планшет. Пожалуйста, ты вышел, ты можешь скачать различные приложения, можешь ехать смотреть ролики, можешь слушать документальные фильмы. В общем, в этом плане гораздо полезнее. Я не вижу вообще никакой разницы скачивать там, или скачивать, хотел скачать НБТ себе, покупать НБТ вместо этого устройства. Езжу, реально кайфую. Сами понимаете, Сергей человек бизнесмен, поэтому по промокоду от Машкова будет дополнительная скидка. Вся полезная информация остается в описании. I saw you hiding behind those tears like a waterfall, tired and lonely, barely breathing, but you're still alive. Запомни, японец прослужит дольше и пухлым оставит твой кошелек. Все верно, но
когда покупаешь вот этот автомобиль, самое главное не покупать его на последние деньги, не так, что ты его купил, с работы стали проблемы, денег нету, а ты много ездишь. Покупая его, я прекрасно знал, на что я иду, при этом у меня есть запас по деньгам, поэтому даже если что-то сломается, меня здесь это абсолютно никак не напугает. Не забывайте о том, что мы снимаем ролики, снимаем их для YouTube, поэтому любая поломка для меня это даже будет маленький праздник, то что yes, блондин вляпался, нужно идти снимать. Но всем тем, кто покупает автомобиль и не снимает никакие ролики, я, естественно, рекомендую взвешивать ваш кошелек и принимать решение, что вам покупать. Хватает денежек на содержание? Пожалуйста, берите. Не хватает? Возьмите лучше японца какого-нибудь попроще. Клиренса хватает? Клиренс на этом автомобиле 140 мм реально хватает пока что, потому что лето я передвигаюсь по городу. Ни разу нигде не цеплял, на какую-то проселочную дорогу я особо-то и не съезжал. То есть максимум в кошелек дома, но там подъезд хороший. Все покажет зима. Ждем зиму, потому что задний привод я специально купил под зиму, посмотреть, помучиться, поснимать. То есть все впереди. Можно ли сравнить Lexus с немецкой тройкой? Если нет, то почему? Ну, я так понимаю, Lexus, который ES и S, кому как больше нравится. Смотрите, если рассматривать ES в комплектации 1 000 000 по 3, конечно, автомобиль достойный. То есть хорошая шумоизоляция, в принципе, хорошая посадка в автомобиле, особенно сзади. Немецкая тройка для пассажира сзади, там как бизнес-класс, это семерки, это совсем другая история, нас она с вами вообще никак не касается. Мы с вами в основном ездим за рулем. Поэтому, если смотреть за руль, друзья, здесь, конечно, гораздо больше кайфа. То есть точно так же будет больше кайфа на Audi A6. Поинтереснее, наверное, будет Mercedes E-класса. Когда мы его тестировали первый раз, мне машина очень понравилась. Сейчас же, когда я на нем катаюсь, вообще ерунда. Периодически просто бывает возможность, там берешь и в каршеринге можно взять. Ничего особенного. Поэтому Lexus совсем другая история, более надежный автомобиль. Покупать его для семьи, я считаю, вот так вот, особенно если берете его лет так на 5, на 6. Одни мне до сих пор пишут: ты Mazda дрочер. Другие говорят: да надоел ты со своей Camry, надоел ты со своим газом. Но тем не менее, очень частый вопрос: ну вот ты поездил на Mazda, вот ты поездил на Toyota, теперь ты сел на BMW. Поделись, прям вот чувствуется разница какая-то. Давайте отвечу на этот вопрос кратко, но по существу, друзья. По управляемости вот этот автомобиль я реально мог бы сравнить с Mazda 6. Ну серьезно, на большой скорости, на трассе, по городу машина едет плюс-минус одинаково. Если мы говорим о том, что это бизнес-класс, да, как вот есть люди, которые покупают пятерки для того, чтобы ездить сзади. Я считаю, что это вообще дураки. Вот чисто мое личное оценочное суждение. Почему? Объясняю вам. Вот, пожалуйста, я чуть-чуть подвинул вперед пассажирское кресло, присаживаюсь, получается, сам за собой, ну, условно. Когда ты сел, вроде бы места достаточно, но с другой стороны, вот мы ездили с женой там в область к родителям, 100 км по трассе, просто спина вся затекла. Почему? Спинку регулировать нельзя. Здесь сзади для пассажира ничего нету. Да, я понимаю прекрасно, что это там не самая богатая, не самая топовая версия, но пятерка автомобиль сделал исключительно для водителя. Вот если взять Toyota Camry, вот та, что была у меня с диваном, с электро сзади, там место реально вагон. Те, кто передвигается на них сзади, действительно кайфуют. За рулем Camry, там, с Mazda, с BMW вообще сравнивать нет никакого смысла. Ни по шумоизоляции, ни по управляемости. Camry этой серии, знаешь, повозка такая, что ты сел, завел и поехал на Дальний Восток. Ты за рулем, кто-то сзади сидит. Но вот если посмотреть на Toyota там, с точки зрения семейного автомобиля, ну, конечно, там будет больше плюсов для пассажиров сзади. То есть здесь вы сами моделируете ситуацию под себя. Если ты покупаешь автомобиль для того, чтобы передвигаться исключительно за рулем, и тебе вообще пофигу, что там сзади по месту. Ну, Mazda в этом плане поинтереснее. Лучше рулится, лучше едет, интерьер приятнее. Вообще, в целом, мне кажется, что Mazda пытается маленечко косить да под BMW. Вот многие вот органы управления с чем-то, вот я сажусь, прям так думаю, о, у меня в Mazda так же было. То есть, то ли у меня в Mazda было, то ли это Mazda с BMW взяла. Расскажи в целом о BMW, о немцах. Тоже заглядываюсь, но страшно. Но если страшно, нужно поднапрячься. В общем, покупайте лучше 1-2, там, ну, максимум 3-годовалые автомобили. Либо же, если вы покупаете автомобили с большим пробегом, нужно смотреть всю историю. Когда вы смотрите, вам человек пишет, у меня пробег 120 тысяч, машина в идеале ничего никогда не делал. Слушай, ну это на самом деле замануха самая натуральная, потому что если он ничего не делал, еще там 1020-30 и все сделаешь ты. Поэтому покупать автомобиль здесь, понимаете, очень много «да», «но». А вот если, то есть факторов различных, сколько ты зарабатываешь, на какой срок ты покупаешь, сколько ты ездишь в месяц, где ты ездишь, как ты ездишь, на этот вопрос очень сложно ответить. Даже когда я выбирал себе автомобиль, долго взвешивал, думал, ну, в принципе, принял решение, что попробовать стоит. Хороший вопрос, почему не третья серия, ведь ты, когда ее тестировал, она тебе понравилась? Да, конечно, понравилась. Третья серия просто маловато, тем более уходящий кузов, он уже уходящий, он мне не так впечатляет, как вот та же самая пятая серия. Все, садишься, как ты чувствуешь себя просторней,
более такой продвинутый автомобиль получается. Если бы была возможность, там, например, за 1 700 000, за 1 800 000 купить годовалую новую третью серию, там 330-ю, ту же самую, с удовольствием бы взял. Но это из серии там мечты, пожелания. А так трешка, я не знаю, там для молодых парней, для девчонок, кто там катается один, либо с пассажиром, вообще вот такой вариант передвигаться — одно удовольствие. Каких плюшек не хватает по этому автомобилю? На самом деле здесь можно перечислять до бесконечности. То есть, смотрите, у меня, например, нет бесключевого доступа. Но его можно поставить, там цена вопроса около 40 тысяч рублей. Можно сделать присоски по автомобилю. Все можно сделать. Хочешь, круговой обзор себе поставишь. То есть доработать автомобиль можно. Опять же, если ты его покупаешь изначально, когда ты заказываешь его, заказать можно так, что будет комплектация стоить 1 400 000 рублей, там 5 миллионов рублей. Это будет не М-серия. При этом в автомобиле будет все. Поэтому здесь в первую очередь все на вкус и кошелек. Мне же в целом, я передвигаюсь, нет такого, что я бы там ехал и говорил бы, блин, вот этого не хватает, а вот если бы то было. Единственное, чего мне не хватает, это вот бесключевой доступ. Все. Все остальное меня устраивает. В чем главное отличие между немцами и японцами? Ну, что я заметил, это все кроется в деталях. То есть, интереснее автомобиль собран. То есть, те же самые стекла, когда открываешь. Все как-то, знаешь, так доработано, додумано. Та же самая мультимедиа штатная. Ты берешь, и нет вопросов там какой-то к детализации. Все сделано хорошо. Тяжело это объяснить словами. Нужно сесть вот недельку, там, две каждому из вас покататься, и вы сразу поймете разницу. Вы уже сможете понимать, о чем я говорю. А вот так вот сказать, вот, смотри, вот здесь различие, там различие. Тяжело. Рулится машина лучше. Подвеска мне понравилась, как работает. Вообще, в целом, по автомобилю мне он на сегодняшний день, конечно же, нравится больше, чем японцы. Минусов у него достаточно. Если что-то сломается, дорого. Востребованность на вторичке совсем другая. То есть, в цене автомобиль падает. Опять же, задним приводом продать его можно будет только летом, либо весной. То есть, зимой его выставлять на продажу, он нахрен никому будет не нужен. А вот так вот, если вдруг надо, поедешь на трейдинг оценивать, автомобиль, естественно, занизит. В общем, друзья, здесь можно продолжать до бесконечности, сами знаете, поболтать я люблю. В следующем ролике мы сделаем заезд. Моя стоковая 520 против 520 чипованной. Я расскажу, что владелец автомобилем сделал, сколько это стоило, и мы посмотрим разницу по времени. Мы сделаем замеры с RaceLogic, да и устроим, собственно, заезд. В этом году лето так себе, поэтому особо погоняться не удавалось. Поллета шли одни дожди. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, пишите ваши комментарии, давайте ваши советы. Будем стараться делать больше полезных роликов. Мои наблюдения продолжаются, все самое интересное начнется с этим автомобилем зимой. До новых встреч, всем пока-пока!